В подарок Валентинке воздушные шары и пожелания любви и добра. Сегодня в День всех влюбленных сотрудники молодежного центра «Вектор» решили порадовать горожан. Для этого они переоделись в костюмы ростовых кукол, надули воздушные шары и подписали валентинки, которые раздавали прохожим в центре города. Надо сказать, что инициативу эту прохожие восприняли с радостью, и от маленьких бумажных сердечек никто не отказывался. Верите в любовь с первого взгляда? Нет, с первого взгляда не верю. А почему? Нет такого, чтобы с первого взгляда любовь была. А что пожелаете тем, кто еще не нашел свою половину? Чтобы искали усиленно и нашли.